Так, очередной новый мост. Мы прямо попали в страну мостов. Так что озеро Онтарио делает нам сюрприз. Здесь, кстати, снималась Shape of the Water, где я играла русскую шпионку. А теперь вместо этого местечка стоит мост. Вот так. Исторические места. Вообще мало кто знает, что мы тут снимались. Так что я вам раскрываю секреты Эрминенвилля дель Торро. Канадская кинематография. И американская это бы. А, ну потому что мы Северный Голливуд. Придется вам терпеть мои выкрики. Дель Торро — это братец. И он режиссер. Братец актером, как вы знаете. Я прям его знаю лично. Ну все, чао-чао. Мост увидели. А вот это же студия. Здесь снимается кино. Ой. Видите? Так что все правда. Чао-чао.